Галимов ставит точку. Константин Барудин настаивает на том, что не все там было хорошо. Давайте смотреть на повторе. Честно говоря, не очень понимаю, какие могут быть формальные поводы. Причем Галимов-то увидел полет шайбы и увидел, что она непосредственно пересекла линию ворот. То есть без каких-либо замедлений. Бывает, вот кто-то скинул руки, да, и ты понимаешь, да, ты забил. Нет, здесь конкретно, ну вот, да. Рука на центр, Эмиль Галимов своим дублем приносит Акбарсу победу. И вот какая-то болельщица, слезы. Но не обидно. Именно Галимов химика вот так делает счет 3-0 в этой серии в пользу Акбарса.